начала 1943 года количество беспризорных детей в районах эвакуации составило более 670 тысяч человек. В большинстве своем дети заняты бродяжничеством, попрошайничеством и мелким воровством. Особо дерзкие объединяются в банды и совершают тяжкие преступления. Как то грабежи, кражи социалистического имущества, убийства и прочее. Из доклада ЦИК товарищу Сталину. Ну, а это постановление, Алексей Степанович, вам уже знакомо. За совершение особо тяжких преступлений дети, достигшие 14 лет, приравниваются ко взрослым. Вплоть до высшей меры наказания в соответствии с УК СССР. Да. Вот такие вот дела, Алексей Степанович. Да. Конечно, Алексей Степанович. Самое простое – следовать статье Уголовного кодекса. Да у тебя же карбюратор. Но принято решение смягчить судьбу малолетних преступников и дать им шанс искупить свою вину перед Родиной. Мы разработали рекомендации по созданию в вашем округе диверсионно-разведывательной школы для малолетних преступников, которым грозит высшая мера наказания. Благодаря этому у них появится выбор. Да. Естественно, эта школа должна быть создана в обстановке строжайшей секретности. Ибо каждый курсант и каждый инструктор становится носителем особо важной информации. Вишневецкий Антон Вячеславович. Как вы к этому относитесь, Алексей Степанович? Я, в общем, для этого к вам и прилетел. Благодарю за доверие. Привели? Так точно, в коридоре. Вы пересели? Мы нашли одну подходящую кандидатуру. Заслуженный мастер спорта. Подполковник одинок. Жена и сын в прошлом году умерли от тифа. Вишневецкий? Так он же... Да, Вишневецкий уже возвращен из мест лишения свободы. Чтобы, так сказать, смог искупить кровью. Пригласите. Проходите. Прошу вас, Вишневецкий, присаживайтесь. Здрасте, Антон Вячеславович. Здравия желаю. Товарищ генерал-лейтенант. Алексей Степанович, покажите ему наши разработочки. Поздравляю вас. Вишневецкий, вам поручено возглавить эту школу. А что это? Ну, можете называть любую фамилию. Будем снимать с фронтов, отзывать из эвакуации и из других, так сказать, мест. А курсанты? А вот курсанты у нас особые. Чего так долго? Так,
Тяп, стоишь здесь, смотришь в оба, держишь скотину, чтобы арбу не увела. Само собой. Ишаку пряников при таранте. Кот, ты по крыше, а мы снизу. Черт, крепучая. Чего возитесь? Дядь, прикурить не найдется. Какого хера? Давай. Пацаны, тушенка! Тащите! Кот, ты где? Сука, у него даже патронов не было. Нахрен, были бы, он бы обязательно тебя зашмалял. Сгущенку и яичный порошок ищите. Нахрена тебе столько сгущенки? Барыга сгущенку заказывал. А ему нахрена? А я почем знаю. Очко играет! Выходи с поднятыми руками по одному! Стой! Выходи, каракурты сраные! Сейчас из вас бешбармак делать буду! Старшина! Стой! Положи, дурила! Он же выстрелить может! Брось его, пацанчик. Что же вы делаете, пацаны? Не дергайся, сволочь. Товарищ подполковник, нас кто-нибудь блокирует снизу? Да, внизу на базе бывшего горельника все подходы к нашей школе перекрывает специальный батальон охраны. Значит, никаких званий, никаких фамилий, только имена, отчество. Контингент лучше всего называть по кличкам. Ознакомьтесь. А зачем же детей в это дело втравливать? Какие бы они ни были, но... Это не дети. Это преступники-рецидивисты. Живот прихватило. Карманники, воры.
грабители-убийцы с полным отсутствием авторитета взрослых. Поэтому не ждите от них ни страха, ни уважения к вам. И постарайтесь не поворачиваться к ним спиной. Ибо в любую секунду все то, чему вы их обучили, может обернуться против вас. И чтобы, как говорил товарищ Константин Симонов, ни любви, ни тоски, ни жалости. Да? Да я на рыжу ты как сюда попал-то, а? Не доверяю. Да не, я на рыжу поставил. Ты как душе? Есть. Да, Есть. Вам какую задачку поставили? 15 лет, не старше. Чтобы обязательно сироты были. И никаких там пап, мам, бабушек, дедушек. А вы чё напухали? Кого отобрали-то? Палыч, не понимаю. Он чё, прикидывается? Всего двое. Так, Чернов Константин Аркадьевич. Групповое вооруженное ограбление. Неоднократные кражи личного и социалистического имущества, с соучастием в убийствах сотрудников милиции и так далее. Тяпкин Валентин Петрович. Убийство сотрудника милиции, участие в банде. Стойте, стойте! Тяпкину нету 14, ему только 13. Отработали. Ему 14 в аккурат 3 апреля. Я же говорил, что Пега выиграет. Давай. 6! Косачи за кости не гнобит. Тютя, давай. Чернов, на выход. Лицом в стене. Просить в колонию, а то на фронт сошлет. Как сына полка, задница амбразуры затыкать. Руки назад! Куда гастролеров ведете? В 7-ю. Пшел. Там же малолетки. В колонии я уже был. Лучше на фронт. Хоть твор авторитетный, а дурак, Чернов. А ты шибко умный. Говорит, ты хайскую бронь получил. Лицом к стене. Вошел. Так. А вы не понтуйтесь, что из военкомата? Из военкомата. Я закурю. Свою вину искупить хочешь? Че, я перед ним вину должен искупать? Да? А у тебя, Чернов, выбора нет. Или вышка, или школа. Ну рассказывайте, что там за школа? Мы должны подготовить 5 диверсионных групп, готовых к безоговорочному выполнению любых, подчеркиваю, любых заданий. Прибудет сюда человек 50. Караул. И не надо ждать появления здесь здоровенных громил из фронтовых киносборников и легенд политуправления армии.
Держи, дядя. Еще торчишь. Текс. А ну-ка, тебя как зовут? Тяпа. А по протоколу? Тяпкин Валентин Петрович. Валентин. Валюша, сестричка наша. Ненаглядная. Ну давай, давай, давай сюда иди. Слизька. Зачем? Ну ты что, не понял, что тебе старший сказал, что ли? Чего надо? Не придуривайся. Шел. Ты чё, волк, не здороваешься, а? Да ладно, потом разберемся. У нас он Валюшка есть. Иди-ка, Валюшечка, сюда. Сейчас. Сиди, сучара паршивая! Бей! Они не боятся ни бога, ни черта, ни даже советской власти. Каждый из них уже законченная сволочь. И не надо воспитывать их вашими методами, товарищ замполит. По шконкам, сволочи! По шконкам, ля! И перед такими я должен что-то свою вину искупать. А этот хлябкий говорит: Чернов, все, у вас выбора нет. Ну и кто он после этого? Петух. Это же ребенок.
лагерь. Затеять драку из-за шайки горячей воды. Мы рассчитывали набрать отчаянно смелых парней. Вместо этого получили полсотни безмозглых сявок и дешевок. В следующий раз всех зачинщиков... Исключат из школы, что ли? Исключат. Из школы. Потом вниз отправят и расстреляют. Кончай парашу гнать. Мы малолетки. Нас по закону даже судить нельзя. Судить нельзя. Шлепнуть можно. Всем привести себя в порядок. Разойтись. Давай. Вовремя. Последняя партия. Сколько? 7. Вниз спускать будем? Погоди пока. Тогда принимайте. Я тебе припомню. Ладно, пошли спать. Угу. Балбесы. Вот тебе череп. Чего надо? Анаши. Это ж не аптека. Колбаса. Так, что у нас здесь? Пацаны, халва. Руки. 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 Все. Руки. Руки. Поверни. Ногти подстричь. Осмотр окончен. Больных раненых нет. Трое отсутствуют. Где остальные?
отца грабили. Вниз спускать будем? Откормим сначала. Потом поглядим. Обосранцы! Надо подумать, как свалить отсюда, слышишь? Охраны вроде не очень. Я подслушал, там целый батальон. Горы кругом. Надо научиться, как эти альпинисты лазят. Эй, пацаны, а вы о чем толкуете-то? Штаны спадают. Ахавк-то знатная. Отвали, бабай. Ладно. Прием пищи окончен. Собрать посуду, построиться. Кто не успел, тот не съел. Нормально, Хав. Второй отряд. Байку. Жестче. Одна рука бьет, другая обязательно закрывает голову. Ноги подтягивай. Лобьежим жестче. Ну давай, давай, Где? Тяп. Чего? Ну почему все могут, один ты не можешь? Да потому, Жора. Я тебе не Жора, сопляк. Георгий Николаевич, ебать. Сравнил жопу с пальцем. Посмотри на них. Они привыкшие по стенам и окнам лазить. Георгий Николаевич. А у меня специальность другая, щипачья. Специальность? Ты мне мозги не пудри. Ты по убойной статье шел. Это с котом за компанией. Давай. Давай, давай. Смотри, что сейчас будет. Постой-ка. Ну что опять-то? Имитируем защиту. Бьем, бьем. Не твое? Ну попал же. Это что? Ксевата твоя. Георгий Николаевич. Варежку не разевай. Теперь досямкал, что такое щипач. Сволота. Ну, разошлись, чего встали? Вы к мешку. Да. Бегом! Стали, бегом. Гусиным шагом. Руки за голову, живей. Руки за голову. Гусиным шагом пошли. Время пошло. Хорошо. Молодец, кот. С неба мелкий дождик моросил. Шел с пивной я пьяною походкой. Чего ты? И помочь. Руки опусти. В переулке пара показалась. Не поверил я своим глазам. Бабай, чего возишься? Шла она к другому прижималась. Становись. Алле, во, за мной, шагом, марш. К ней ударил тут мою головушку. Вынул из кармана я нога. Еще раз писался. Три раза я выстрелил ту деву. Эй, гитаристы, пошли в курилку. Пойдем. Давай, Вася, подтягивайся. А зайцы руки смотрятся. Живее. Череп, куда погнал, папироску дай. МПшек 6 штук, ППШ 9 штук, карабинов 5 штук. Вам, говноедам, доверили такой инвентарь, о котором мы на Пермском Советском Союзе даже мечтать не могли. А вы, сукины дети, за вторую неделю четвертую пару щепки! Никаких лыж! Клеен, нержавейка окантованных, с кандахарами, креплениями последней модели. Да была б моя воля, я бы вас всех к стенке за эти лыжи поставил. Перетопчешься. Что ты сказал? Что слышал? Мало в 37-м к стенке ставили. Да ты-то откуда про 37-е выкопал?
А я что, с облака упал? Или через жопу на свет вылез? Ты как со мной разговариваешь? Слышь, что, Витя? Ты пушку руками не трогай, а то тебя здесь найдут, только когда снег растает. Ты меня понял? Понял меня? На, держи, дядь Вить. Не теряй, а то сам у стенки окажешься. От греха подальше, чтоб тебе в голову всякая херня не лезла. Давай лучше заниматься, дядь Вить. Ты говори, что не так. Но мы же не против. Да ты не кипятись, Виктор Иванович. Мы ж не нарочно их ломаем. Вот именно. Вот я, например, никак в поворот войти не могу. Ну хорошо. Давайте еще раз попробуем войти в поворот. Агрессивно. Давайте все вместе. За мной. Давай, все за мной. Куда? 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 Стойте! Фу, ёлки. Сколько раз говорить одно и то же? Одно и то же, ё. Ну что такое происходит? Что они вас тут висят, как тараканы беременные? Чего лаешься? Нормально работают, пацаны. Куда смотрите, раздолбая? Ты что делаешь, Матань, а? Убиться хочешь? Ща, нарисую как надо. Вот так вам, молочек. И не гони картину. Помедленнее, прошу тебя, помедленнее. Кончай, Матаня! Вылезешь, уши надеру, как щенку, сукин ты сын. Я по водосточным трубам на пятые этажи без всякой страховки лазил. Да еще и с помытым шматьем. Завязывай хлестаться, Матани. Давай замажем. Кто доверху быстрее? Ты же вор авторитетный. Проигрывать не захочешь. Я поэтому в авторитете, что с дураками в очко не играю, понял? Обверзался, да? Пристегнись немедленно! Сучонок, принеси, Господи. Череп. Ты чё, опять обверзался? Не стучи кадыком, кот. Я нахер подорвать решил. Череп. Одень свитер. Холодно. Я здесь прошлым летом все делянки конопляные облазил. Доберусь. Череп, ты сбрендил. Это невозможно. Здесь не кранты. Здесь я точно сдохну, как Матаня. А так вдруг проскочу. А нет, что здесь сгинуть, что там один черт. Может, и вы со мной? Ну, бывайте. Давай спать. Рука по завершению фазы броска направлена в центр мишени. Центр! Не размахивайтесь сбоку, промажете. Тяпа! Третий пошел. На территории лагеря его нет. На верхних постах охраны не замечен. Скорее всего, ушел по пастушьим дропам. Да куда он нахер денется? Тут где-то. Соловей! Соловей! Александрович!
Бляха, муха. Саныч! Чё ты орёшь-то? Смотри, где я. Молоток тяпа. Третий пошёл, четвёртый пошёл. Парни, живее, молодцы. И тогда с потухшей ёлким тихо спрыгнул ангел жёлтый и сказал: маэстро бедный, вы устали, вы больны. Кот, кот, смотри, слезай, где тяпа. Я и без рук могу. Да не выёживайся. Всё, я сказал, слезай. Не. Путёво ты сегодня с инструктором. Да ладно тебе, вспомнил тоже. Тяпа, тяпа. Ножик тяжёлый. Не докинешь. Не, прятаться ему негде. Сбежал, наверное. Бежать здесь некуда. Тоже верно. Ну, значит, дойдет до первого поста охраны. И вернется. А если не вернется? А если не вернется... Значит, вернут. Ну вот и вернули. Пашу позовите. Угу. Ваш товарищ подполковник. Что привезли-то? Опознать. Познали. Как его звали-то? Стёпка. Беломлинский Степан. Череп. Актируйте. Сам знаю. Да, крах череп. А как его в натуре звали? Степаном. Петр списался. Разве горе зальёшь? Разве юность вернётся? Не вернётся с того, что потеряно мной. Разве горе зальёшь? Разве юность вернётся? Не вернуть уж так. Тяпкин, у тебя других песен нету? А как же, гражданин начальник, для вас сделаем, маэстро, музычку. И тогда с потухшей ёлки тихо спрыгнул жёлтый ангел и сказал: маэстро бедный, вы устали, вы больны. Говорят, что вы в притонах по ночам поете тангом. Даже в нашем светлом небе были все удивлены. Откуда у тебя это? От одной очень жалостливой шмары. Она кобыла домой приведет, а его за дверь. И эту пластинку
на патефончик. И понеслась. И в качестве кого-то не жил? А вроде домашней собаки. То принеси, это. Карточки отоварь, венца принеси. Не видишь, мать устала. Так это мать твоя была? Кто же еще? Ну, а потом? А потом суп с котом. А ее мусора загребли, а его под жопу. А отец? Отец. А что такое отец, гражданин начальник? Антон Вячеславович, не гражданин начальник. Есть Антон Вячеславович, гражданин начальник. Тяп, Слава, спеши. Кот. А, кот. А может не признаться, что у меня отец в штрафбате? Они меня и отпустят. Ты че, съехал, что ли? Да не отпустит тебя никто. Тебя расстреляют. И тебе мокруха и подписка. И так расстреляют. Не расстреляют. Мы по-любому свалим отсюда. Как? Мы же не отморозки вроде черепа. По-умному поступим. Обмозгуем все. Ладно, спи давай. Утро вечер мудренее. Давайте быстрее. Дождь собирается. Паш! Ау! Ты с чего тут? Твоих пацанов-то прикармливаешь, а? Вот интересно, а кто это у нас в отряде стучит? Так, каждый третий. Так-то. Что за пацаны? Да редкий засранцы. Кто? Ну, Тяпа и кот. Да, редчайшие. Один вор-рецидивист, другой убийца малолетний. Антон, а мы кто? Тоже верно. Зря ты меня вытащил. Лучше бы я свой срок мотал. А ты что, здесь на экскурсии? Считай, тот же срок мотаешь. Нет, Тош. Мы детей на смерть не посылали. Так, это время такое. Война. Не цельтесь в голову, засранцы. Стреляйте в жопу и ноги. Все равно завалите. Ноги включите. Автомат к плечу. Раз. Три. Держим руку. Держи руку. Убери. Кулак где должен находиться? Налево. Жёстче. За мной. Шагом. Жёстче. Ещё раз. Двоечка. Раз. Два. Откуда? Три. Руки за голову. Приседания. От верблюда. Два. Три. Четыре. А верблюда дядя Паша зовут? Двойка. Двойка. Раз. Два. Третий удар. Три. Четыре. Пять.
Лежать! Руки за голову! Пацаны, а на крепость кто-нибудь лазил? Как же полазить? Там два вертухая пасутся. Желтый ангел. Закрытые вагоны. Вы устали. О, Вова студия со своими шестерками. По ночам поет танго. Злобный бой. В нашем светлом небе были все удивлены. И закрыв лицо руками, я внимал жестокой речи, утирая фраком слезы, слезы боли и стыда. А высоко в синем небе догорает. Слышь, Студебекер, папирос-то отдай. Ты с кем так разговариваешь? Ты еще на свет не вылез, а я уже строка мотал, по тюрьмам чалился. И меня только в зону 5 ходок. 4! Желтый ангел. Чего? Ну, вчера говорил, что 4 было. А ты че, сука, вздумал мои ходки считать, а? Получается, за что бы ты не взялся, тебя сразу за сраку и на парашу. Надо же какой. Уркаган в законе, бля. Ты жид или армяшка? И то, и другое. Значит, жид. Завязывай, студер. Цыц, сявки обосранная. Вам что, жить надоело, а? А ты, жидяра пархатая, отвечай, обрезанный или нет? Может, посмотришь? Вынимай свое мотовилово, жидяра необрезанный. Сейчас я тебе верну в настоящую Соломона Хаимовскую веру. Штаны спущу. Погоди. Опа. Живучий гад. Чё встали? Тащите его. Спасибо. Но я бы и сам справился. Ну чё встали? Тащите в санчасть, скажите, мол, студер поскользнулся на камне, ударился головой. Да веревку снимите. И... Все, курите. На высоте и так дышать нечем. Засранцы. Давай, садись. Ты и вправду еврей? На всякий случай молдаваном числюсь. На, держи. Принц, ну давай руку. В порядке? Только не слышу ничего! Кровь из ушей. Чинча, бывает. Это что-то перестанет. Принц, ты как? А? Как? Да вроде бы ничего. Только это... Коловорот выронил. Чё теперь будет-то, а? Расстреляем. Это точно. Сам-то как? Кажется, цел. Чё, у тебя, принц, всё приблизительно-то, а? Вроде бы, кажется, как бы. А сейчас, Антон Вячеславович, время такое. Ни в чем нельзя быть до конца уверенно. Малолетний бандит-философ. Это что-то новенькое. Ладно. Будем считать. Задание завал тропы выполнено. Разбор ошибок там, в лагере. Тренеры, инструктора. Подготовили замечания. Есть, есть.
Так, все. А мне что делать? Всем привал. Да лежи, отдыхай. Начальник аэродрома Эрсилай. Да. Дорогой Кашуб. Здрасте. Мои готовы. Ладно. Построили. Давай разок еще проверим. Две шеренги, станови. Готовились к совершению учебных прыжков. Инструкции все помнят. Быстрее давай, давай. Так, тяпа. Хоп. Студен. Бабай. Кулмас. Маэстро! Окунь! Ну что, поехали? Полетели! Заяц! Не боишься? Да ну! Надеть шлемы. Сатурн, смотрите. Да. Вон оно что. Это кто ж так здорово придумал шпильку загнуть? Проверьте на мальчике, нет ли подтверждения принадлежности к нашей школе. Закопать там.
где-нибудь возле дальнего поста охраны. Он не торчит же наверх. Выполняет. Есть. Направо. Шагом. Марш. Кто? Студия, сука! Это ты, подлюга позорная! Ты шпильки загнул, пидор гнойный! Ты его убил, сволочь! Не стебай, Николай! Дай волыну, я завалю эту тварюгу! Пусти! Эх, маэстро! Какого ты? Парня завалил мокрушник? Ну, зачем? А я его еще месяц назад в буру проиграл. А для вора карточный долг, сами знаете. Ты сучонок? Антон Вячеславович, не надо. Всем переодеваться по машинам. Налево. Шагом. Марш. А того, который его проиграл, куда девать? А никуда. Туда же закопать. Что значит закопать? Он ведь живой. Ваши проблемы, моя ответственность. Закопать. Тяп, а ты ведь настоящая сволочь. Почему я, старый больной человек, вместо тебя, молодого кобеля, должен оружие чистить? Ну, дядь Паш, какой же вы старый? Ну, это вообще... Кот, слышал? Заткнись. В прошлый раз автомат с каким нагаром в стволе сдал? А пистолет весь в дерьме. А если его заклинит? А если он тебе понадобится? А это может любую секунду быть. Понял? Я больше не буду, дядя Паш. Честное слово. Угу. Врёшь ты всё. А знаешь почему? Почему? Потому что у тебя в поле ветер, а в жопе дым. Дядя Паш, а зачем Антона вниз вызвали? Не знаю. А это не из-за тех заморочек на аэродроме? Не-а. Откуда тогда знаешь, что не из-за тех? А? Темнило ты, дядя Паш, темнило. Меньше знаешь, дольше живешь. Понял? Думаешь? База Гипфлюгельхоф, 1002. Тянется под землей на пару километров. Высота около 2000 метров. Сверху превосходно защищена ледово-скальным навесом. Снизу все подходы к этой базе очень хорошо охраняются. Вы должны подойти к этой базе сверху. Наверху есть вентиляционные люки, они заминированы. Ваша задача – обрушить скальный козырек. Пути отхода. В 9 километрах деревня. Километр сюда. Лесник наш человек, у него и схоронится. Почему, собственно, думаете, что их не собьют на подходе к базе?
Ну, есть же у нас и там свои люди. Спасибо, Антон Вячеславович, за замечательную работу, службу. Служу Советскому Союзу. Первыми, как я полагаю, на задание пойдет группа Чернова, лучшая группа вашей школы. На задание пойдете со своим штатным оружием. Подумайте, что еще может понадобиться, кроме штатной комплектации, исходя из специфики задания. А что там на базе-то? Топливо. Все топливо западной группы войск. Схема базы. Не пролей. Хранилище здесь. Это топливный коллектор. Здесь командный пункт. А почему вы думаете, что нас не атакуют еще на подходе к базе, а? Знаешь, вот вернешься, я тебя познакомлю с одним контрразведчиком. Вот у него и спросишь. Да не вернемся мы ни хера. Че это ты вдруг решил? Долго оттуда идти. Захотите, дойдете. Пей чай. Да я пойду. Спасибо. Ну как? А вот, пей с сахаром. Теп, вставай. Разговор есть. А утром нельзя? Нельзя. Валить надо. Сейчас? Какой сейчас? Проснись, Тяпа. Первыми на задание отправляет нашу группу. Валить нужно сразу на пересылке. На аэродроме, понял? Ложись. А пацаны? Там видно будет. Калуга вскрылся! Бритва та Жорикова. Да он всегда был странным. Да пошли вы. Читайте дальше, доктор. А дальше ничего. Давайте-ка сортируйте этого пацана. Калуга, что ли? Так точно, Антон Вячеславович. Калуга. Возьмите ее личное дело, там спешите ее подлинную фамилию, имя, отчество, ну так далее там. Есть. Там постарайтесь потолковее объяснить, там, не знаю, с медицинской точки зрения, там, как, чего, почему. Ну, не знаю, вам виднее. Что делают? Что делают, сволочи? Вы не смейте их больше сволочить. Пока мы здесь, в горах отсиживаться, будем мы их
Потом вспомнить никто не сможет. Мы следующих детишек будем обучать. Как бы им половчее сдохнуть. Посадка будет. Сейчас или никогда. Сейчас приземлимся. Смотри в оба. Готовьтесь к высадке. Слышь, что, командир, может, дверь-то откроешь? Задохнемся же. Не положено. Сейчас на стоянку зарулю. Ну, пожалуйста. Дышать же, бля, нечем. Ты как со старшими разговариваешь? Какой ты мне старший? Вали отсюда! Крути баранку! Кучер, папай, заткните пасть, сучий подрух. Извини, командир, действительно жарко. Зарулю. Откроем. Куда? Туда. Пошли. Чего хлебало разъявили? Товарищ генерал, диверсионная группа для выполнения своего задания доставлена. Командир экипажа капитан Авдеев. Вы у нас кто? Начальник особого отдела, товарищ генерал. Так потрудитесь объяснить мне, что это за разрисованная шантропа? Это вы меня спрашиваете? Свободны. Есть. Сколько охраны? А если бы мы рванули, они стрелять бы начали? Как думаешь?
Чего? Через этот конвой не пробиться. Слышь, летчик! Я не летчик! Я стрелок! Да мне похрену, начальника позови. Не начальника, а командира! Я тебе говорю, мне похрену. Скажи, старшей группы зовет. Лететь сколько? Часов 8. За час. До цели разбуди. Пожалуйста. Разбужу. Вы бы оделись, пацаны. А то минут через 5 такой дубак будет. Оденьтесь. Суги нас охраняют почище, чем в лагере. Да ладно тебе, до места долетим, там и подорвем. Да не подорвем. Сдохнем, как собаки. Говорил же тебе, что надо было еще в лагере признаваться, что у меня отец на фронте. Меня бы хотя бы отчислили и вниз спустили. Че, струсил? А ты смерти не боишься, да? Они нас на убой посылают. Фрицы разбираться не будут. Дети, не дети. Да тише ты, не ори. Всех ребят разбудишь. Сергеич, держи курс. Я сам их выпущу. Затяни потуже, а то мотать будет. Проверь тросы, перехватит. Че это? Приказано вручить перед прыжком. Пацаны, слушай приказ Антона. Мы с Тяпой прыгаем первые, вы через 10 секунд. Встречаемся у цели. Планкуй, кот! Ты и Буго, ты и Мазу держишь. Thank you.
Съел бы чего-нибудь. Не хочу. Вон наши летят. Что ты развесил-то? Пацаны вернутся. Чистые оденем. Нет, никакого побега. Эти гады за корешков наших ответят. Видишь, как они паскуды рассчитали фрицев отвлечь на приманку. Вернусь, замочу всех. Как пацанов жалко. И кто нас вломил? Заложились, суки. Засадили по самой не хочу. Я у Антона перед отправлением спросил, если в кино показывают, как наши у них там гужуются, то в жизни, небось, их не у нас шустрят. Антон чего? Ничего. Наверное, расстраивать не хотел. Отлично. Если козырек обрушим, считай, за всех пацанов отработали. Не обрушим. Почему это? Не обрушим его. У нас взрывчатки не хватит. Ладно, давай. Спустимся вниз, там решим. Das sind ja Kinder. Was haben wir da getan?
Ничего. Ничего. Здесь по карте топливный коллектор. Смотри-ка, запомнил.
рыцарей под сытом бы. Засыпал я. Поехал. Может, внизу поискать? Что поискать? Как что? Руку. Руку мою. Чем ты меня тяп? Скальным осколком, думаю. Ты не трухай. Кровенку я тебя остановил. Сейчас пару часиков отдохнем. Начнем вниз спускаться. Вставаться надо. Ага. Побежали. Я тебя, кот, давно хотел спросить. У тебя когда-нибудь с девчонками было это? Нет. А я видел это. Повезло. Тяп, теперь слушай. Иди в долину. Зачем? Вдвоем. Не сможем. Не дотащить. Понял? Успокойся, кот. Это у тебя бред сейчас какой-то. Иди, говорю. Не теряй времени. Зачем мы сюда приехали? Кореша ищет. Здесь? 30 лет ездим. Каждый год. 9 мая. Сейчас, да. Все хорошо. Ни на что не встревай. Все равно подорвем отсюда. Пацаны, а на крепость кто-нибудь лазит? А здесь что-нибудь было во время войны? Войны здесь не было. Крепости была. Форточники мы. Ты пушку руками не трогай. А то тебя здесь найдут только когда снег растает. Ты меня понял? Там награды еще две ложки. Кончай, парашу гнать. У нас по закону даже судить нельзя. А как его в натуре звали?
Слышь, Студебекер, папирос-то отдай. Валить нужно сразу на пересылке. На аэродроме, понял? Все курите. На высоте и так дышать нечего. Антон Вячеславович, не гражданин начальник. Тут и так тяжело дышать, а ты еще и куришь. Костя. Тяпа. Вот и свиделись мы с тобой, Тяпкин Валентин Петрович.